Дорогие, милые, самые красивые в мире подольчанки, примите искреннее поздравление в этот замечательный, прекрасный день с праздником Международным женским днем 8 марта. Вы сегодня прослушали поздравления от имени губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. В ближайшее время также будет поздравление от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в адрес замечательных, прекрасных женщин. И сегодня, на самом деле, вот в эти ближайшие дни мы будем вам говорить только замечательные, прекрасные, хорошие слова. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы вы эти слова слышали в течение всего года, а не только в праздничные дни. Вот я взял на себя обязательство, что говорю, в течение всего года буду женщинам говорить только замечательные, прекрасные слова. И вот сегодняшняя планерка подтверждения. Я не ругал своих заместителей женщин, я ругал только мужчин, а женщинам говорил только прекрасные, хорошие слова. Так что в течение всего года я обещаю, что женщин ругать не буду на планерке замечательно. Мы сегодня говорим искренние слова благодарности. Конечно, основное то, что наши женщины сегодня работают в наших управлениях, в наших учреждениях, возглавляют предприятия, организации. Я должен сказать, что сегодня, если женщина возглавляет это предприятие,